Всем привет! Представляю вашему вниманию свой мотоцикл Honda Blackbird. 2000 год, полносильный инжектор, 160 лошадиных сил, пробег 52 тысячи километров. Пригнан лично мной в марте этого года из Германии. Мотоцикл снабжен полезным тюнингом, как видите. Светодиодная оптика по кругу, лампы переднего, ближнего и дальнего света, туристическое стекло MRA. Прямотоки Ixel с сертификатами, поэтому если ездите по Европе, даже не придется беспокоиться, что слишком громко. Туристический руль Шпиглер немецкий с траверсой, такой же к этому мотоциклу, выжимы на всякий неприятный случай. Туристическое стекло MRA с козырьком регулируемым, багажник SVMOTEC, которому есть быстросъемная пластина для кофра Givi системы Monaki, светодиодный стоп-сигнал, поворотники. В общем, это то, что по-хорошему в 2000 году инженерам можно было бы поставить из завода, но, к сожалению, этого бы не было на тот момент. Так что, давайте его заведем и послушаем, как он звучит. Сейчас мы посмотрим, как выглядит мотоцикл Circolax заднего вида автомобилей. Он весьма заметен. Смотрите. Вот так работают светодиодные поворотники. Весьма ярко. Они сертифицированы. Это не какой-нибудь дешевый Китай. Чтобы вы понимали, его немецкий хозяин мне выдал с ним большую папку с сертификатами соответствия, которые нужны для того, чтобы этот мотоцикл мог ездить по немецким дорогам. Так что с ним реально все в порядке, поскольку я о нем очень хорошо заботился, обслуживал его на официальном дилере Honda на улице Якутской. Есть много актов выполненных работ за этот сезон, но он получил новые подшипники рулевой колонки, натяжитель цепи ГРМ, полную регулировку дросселей, синхронизацию дросселей, регулировку клапанов. Он получил все новые жидкости, новые фирменные колодки по кругу, перед и зад. В нем все сделано с любовью, потому что этот мотоцикл я делал в первую очередь для себя, а не на продажу. Так что я совершенно уверен, что новый хозяин этого мотоцикла наверняка будет только радоваться после его покупки. Всем спасибо за просмотр.